А в Якутске органами правопорядка задержан грабитель, который орудовал в Сайсарском округе столицы. Преступник воровал в этом районе около месяца. Первая жертва обратилась в органы в конце декабря. Она заявила, что неизвестный вырвал у нее из рук сумку с деньгами. Спустя несколько дней злоумышленник вновь совершил нападение. На этот раз в сумке, кроме денег, был и сотовый телефон. После этого было еще несколько эпизодов в том же районе. Сравнив фотороботы, полученные от жертв, сотрудники полиции поняли, что орудует один и тот же человек. В итоге преступника поймали 7 января. Задержанный оказался ранее неоднократно судим. Это 31-летний уроженец Якутска, освободившийся из колонии в августе. В ходе следствия подозреваемый был опознан всеми потерпевшими. Мужчина дал признательные показания. На поимку серийного грабителя были привлечены все свободные силы столичной полиции. Оперативники уголовного розыска совместно с патрульно-постовой службой все праздничные дни провели в ожидании нового нападения. Круглосуточно патрулируя район и проверяя всех подозрительных лиц, подходящих под описание. 7 января на улице Лонгинова последняя жертва смогла вовремя позвать на помощь. Находившись рядом, сотрудники полиции оцепили район поисков и начали розыск злоумышленника. Через несколько дворов была обнаружена похищенная сумка, лежащая на снегу. Прибывшие сотрудники кинологической службы дали обнюхать сумку служебной собаки, которая привела их в один из подъездов соседнего дома, где был задержан мужчина, находящийся под описание. Потерпевший сразу опознала в нем своего обидчика.